Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Галлиант, и мы продолжаем прохождение Dead Space. На чем мы остановились в прошлый раз, я не помню, но я слышу, кто-то мурчит, и мне это не нравится, не люблю мурчал. Сидит, мурчит. Слышно его полох, этому мурчалу. А, я помню, мы остановились на том, что увидели нового монстра. Такой склизкий чувачок. Надеюсь, скоро его увидим. Так, и нам нужно еще запустить какой-то там лифт, чтобы наши друзья куда-то доехали. А, они еще тут стоят. Я думал, они ушли куда-нибудь. Нет, тут это. Инфопанель отсутствует. А, мне нужно инфопанель туда вот вставить, и все заработает. Сейчас, секунду. Сейчас все вставим. Что у нас по патронам? Есть патрон. Есть зарядить? Все, есть патрон. Вставляем инфопанель. Компьютер транспортной системы включен. Я готов запускать вам машину. Инициализация транспортной системы. Система инициализирована. Вагонетка на причальной палубе. Залезайте, бро. Карантин снят. Так, мы на борту и направляемся к мостику. Отлично. Странно. Карантин только что был снят. Наверное, эта дрянь убралась с причальной палубы. Вот и славно. Айзек, давай на Киллиан и подготовь его к вылету. Мы сейчас на мостик, встретимся уже на борту. Если доживем. Хэммонд, мы не сможем с этим справиться, это самоубийство. Ваша низкая оценка моих действий принята во внимание, мисс Дэниелс. Но у меня есть задание, и я намерен его выполнить с вами или без вас. Я ясно выражаюсь? Просто выведи нас, а? Не, ну давайте без нас. Типа, погнали отсюда. Полетели на другую планету. Так, куда нам идти? Хрен его знает. Обратно, да? Они хотят, чтобы я корабль запустил наш. Алло, там оторвало от корабля все, в принципе. Там ничего не осталось от корабля. Какой его чем я тебе его запущу? Говорит Бенсон. Всем внимание. Они лезут через шахты вентиляции. Держитесь от них. Осторожно! Назад! Кто? Лезет через шахты вентиляции. Никого такого я не знаю. Вот и шахта вентиляции. Не знаю, в упор подошел, никого нету в ней. Что-то ударил, я, блин, даже что-то повелся. О, сейчас что-то будет. Чувствуется, да? Ну и где враги-то? Тут он так течет. А, это вода. Я думал, у кого-то слюнки. Да я ж тут был, тут было все нормально. Когда я был тут последний раз, тут было все окей. И этот чувак не изменился, так же лежит. Так же необщительный. Банк. Чего? Это ж коробка, нет? Ну да, коробка. Коробки не ломаются некоторые, я не знал. А вот эти ломаются? Здесь ломаются. Твою налево, патрон все меньше и меньше. Хотя бы 10 штук еще. Кредиты дают, денежки есть. Я не знаю, зачем деньги нужны, но мы их потратим. Неважно куда, неважно на что. Ничего, должны реально ехать обратно вниз? Ну ладно, поехали. Там, я помню, было монстров много, но они туда ушли. А, мы ехали сверху вниз. Сейчас едем обратно вверх. Ой-ой-ой-ой-ой, тут что-то холодно. И туман. Тихо. Ты меня не испугаешь, бро. Выходи давай. А, он ушел туда, далеко. Ладно. Так, тут где-то должен быть труп, я помню. И я не могу кидать эти заряды для замедления врагов. Алло, а где враг-то? Где противник? Упер в шахту лифта. Ну ладно. Так, алло. Минус один. Второй идет. Со спины. Минус рука. О! Минус что-то еще. Ой, не хочу урон получать. 9 патронов осталось. У меня очень мало патрон. У меня очень мало по патронам. А, кстати, тут же моего друга убили. Айзек, мы добрались до
мостика. Тут полный беспредел. Выживших нет. Попробуем добраться до командного компьютера. Пожелай нам удачи. Вы долбоебы. Потому что как бы идти на мост, где дофига таких врагов, это такая себе идея. Могли бы вместе походить где-нибудь, позаниматься делами. Так, патроны. Кредит! Да какой мне, на кой мне кредиты? Сохраниться можно, давайте сохранимся. Кредит-то мне зачем? Деньги мне не нужны. Чем больше сохранений, тем лучше. Нет, если деньги можно будет тратить на покупку оружия, то окей. На покупку патрон, то окей. Блять, в коробку не попал. О, патроны, все, я сейчас. Кредиты. Малая аптечка. Кстати, тут что-то тут тоже может быть? Нет, не может. А, блин, ладно. Да я... Да твою налево, я хвост увидел. Ну, очевидно дело, сейчас упадет на меня. Бежим! Сказал же. Где-то шляпа. Алло! Ты что такое? Оторвал колечность. Все? Оно бежит, ей пофигу, нифига ж себе. А где с нее деньги? А вот они. Я думал уже все без денег. Не, прикольные раб, мне нравятся. Такие монстры прикольные. Мне не нравится только что оружие одно у меня. Тут мне не нравится. И патронов совсем мало. Я хочу бензопилу. Бензопилой будет эффективно их убивать. Хотя они могут двери ломать железные, так что не очень эффективно. Хочу гранатомет. С бесконечным зарядом патрон, как в Resident Evil. Нам сюда? Серьезно? Да, окей. Ну, корабль не работает, 100%. Загрузка отчета повреждения. Он горит. Я знаю, какие там повреждения. Типа, чувак горит. А, загрузить, да, загрузить. Ебать! Я горю! А-а-а! Ну, такие, знаете, типа, корабль живет, нормально, можно полетать еще. Да еще, да нормально все, нормально все, нормально. Нормально! Такой полетит. Бывает и хуже, помню. Ой, ебать. А-а-а! Тварь! Я промахиваюсь по ним. А-а-а! Она прыгать умеет! Твою налево! Не прыгай на меня! Системам заблокирован. Нам нужен код авторизации капитана. И где же капитан? Нашла. Капитан Бенджамин Матиус находится в медлаборатории. Мертв. Что? Как? У меня нет доступа к этой информации. Найдем капитана, найдем его X с кодами. Тогда я смогу делать с компьютером все, что угодно. Черт. Айзек. Я отправляю к тебе вагонетку. Доберись до медпалубы и постарайся поскорее найти этот проклятый X. Что это? Боже. Да я только что таких убивал, не сильно они. Да блин, я переживаю не из-за того, что враги типа страшные или что там ужасные. Мне очень не нравится управление, я не могу третьего лица играть. Чувствую себя как на Соньке, блин. Как будто мне руки отрезало и играть нормально не могу. Не в ту сторону или куда мне идти? Показываешь. Не знает. Погнали в эту сторону, значит. Не знаю, что там, но там что-то есть. Опа, 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 опа. Мы бежим. И мы бежим. Далеко бежим, и дальше ничего там нету, оказывается. Ну ладно. Бежим обратно. Фух.
Фу, блин, управление прям, ну вообще, вот сделали бы по-человечески, да, от первого охрененного лица. Это было вот так кайфово, на самом-то деле, это было. Я бы так хвалил этих тварей, просто. Три хедшота, три удара. А ну пошли вон отсюда, мусор. Никогда не понимал, как биологическая форма жизни ломает железные двери, и так понимать не буду. Просто я вижу, они тут пару дверей вышибали. Да блять, ну нет, вот так-то лучше. Ненавижу, когда нет света. Фу. Ага, да, ну куда они шли? Куда я туда пройти не мог? Куда мне? Туда, значит я сюда пойду. А, я забыл сохраниться, подождите, я забыл сохраниться. Там такая была серьезная битва, убил 5 мобов, надо бы сохраниться. Ах, да, не забывайте ставить лайк. И самое главное, не забывайте предлагать игры. В группе ВК есть обсуждение, где можно спокойно предлагать игры на прохождение. О, такие штуки открывать можно, я не знал. Их открывать можно, а я не знал. В каком смысле их открывать можно? Я же не знал. Ну ладно, окей, теперь знаю. Ага. А, ну это туалет. Большая аптечка. Рюкзак полон. Так, а как посмотреть, что у меня в рюкзаке? Ага. Ну давайте... Используем одну большую аптечку и заберем вот эту аптечку. Я что-то аптечку вообще не использую. Ну, я просто хорошо стреляю, я знаю, да. Так, а тут ничего нет. Хороший туалет, на самом-то деле, с железной дверью. На кой вообще везде железные двери ставить, я не знаю. Пластмассовый бы хватило. Ну, по идее, не должно быть монстров, тут же наши уходили. Как они только поубивали монстров, а трупов нет. Вот где трупы? Я хочу увидеть трупы союзников, монстров, противников, тоже монстров. Ну, шапка прикольная, на самом деле. Нет, эти лица офигенные, но управление неудобное. Я прям не привык, у меня... Что? Где? Магазин. Я мечтал тебя увидеть 1000 лет. Так, магазин. Лазерная винтовка. 9000 кредитов. Широкоугольный резак с синхронизированными зарядами. Скорострельная штурмовая винтовка военного образца. Увеличит объем рюкзака и усиливает броню. На самом деле, вот это было бы намного, вот, намного важнее, потому что рюкзак у меня не такой большой, и в него можно понапихивать чего-либо. И вряд ли сейчас встречу таких прям сильных врагов, из-за которых мне нужно будет носить лазерную винтовку, да? Плазменные, заряды плазменного резака. Вот, давайте купим увеличение. Берем. Вот, это обязательно. Ну блин, ну это реально офигенная тема. Типа, если будет лучший костюм, лучше броня, больше вещей могу таскать, значит, я буду побогаче. Я и так богат, но и так буду еще богаче. И какие-то бомжи мне попадались, на самом деле. У них там по 600 голды было в карманах. Блин, ну где богатые люди этого корабля? Что-то ничего не изменилось. Или что-то поменялось. А, да, вон, щиты появились. Прикольно. Чуть денег за это требуют, козлы. Я бы бесплатно все давать. Тут как бы ЧС. Все бесплатно должно быть. Так, и сразу, смотрите, мы сразу покупаем себе заряды. А, я могу посмотреть что-то в рюкзаке? Вот. Я могу попродавать дальше, даже. Стазисная батарея. Восстанавливаю заряд стазисной энергии. А как ее... А, ее надо использовать было. Понятно. Плазменная энергия, плазменный резак. Я могу плазменный резак продавать. А в сейфе что у нас? Ничего. Давайте, на самом деле, у меня много средних аптечек. Давайте их положим в сейф. Так, выбрать, переместить, выбрать, переместить. И вот малых аптечек тоже выберите. Ну вот так вот оставлю. Две маленькие, одна средняя, одна большая. И замечательно будет. И сразу, подождите, это еще не все. Мы еще сейчас купим себе. Мы сейчас еще себе купим, да. И мы себе еще берем и покупаем патронов. Патроны, это выгодно. Патроны нужно брать. Все, окей. Что-то происходит. Странный звук непонятный.
О, верстак тут есть. Но я не могу, то бишь у меня нечем улучшать что-либо. Я не могу ничего улучшить. У меня узлы ноль. Стазис модуль. Надо стазис зарядить. Я что-то, я не знал, что стазис модуль. Я уже не помню, как стазис использовать. Я его так давно не использовал. На С, я понял. Так, и тогда заряжаем стазис еще. Угу. Использовать. О, у нас заряд стазис за спиной находится. Прикольная штука. Так, тут мы чего больше не видим, поэтому просто едем дальше. Так, поехали. Задание выполнено. Где опыт? Ха-ха, дайте мне мой опыт. Глава первое прибытие завершено. Это только была первая глава, обалдеть, я думал уже финал. А, какой финал второе видео? Сохранится, да. Да не, было бы нормально, если финал второе видео. Глава вторая, что-то там было написано, я не успел прочитать. Ну, прочитаю, когда я буду смотреть видео, просматривать заново. Ой, бать, что-то мне не нравится это место. Там вот трупы лежат. А, это живой. Тише, все в порядке, Макой. Он тут. Бояться теперь нечего. Да ему вообще ничего бояться. Я знала, что ты придешь. Как и обещал. Я сохранила это для тебя. Я теперь могу идти. Кинезис модуль. Используйте кинезис для перемещения или бросания объектов. Подобрать предмет. А. А, это не... Это не требует заряда? Чего? Да, я ее спасаю, подождите. Она жива еще, да? Спасаю! Ну ладно. А ее мужа спасу тоже. Вот он точно живой, поэтому его сюда. Он 100% жив. Вот так вот, опа. Сиди, брат, жди, скоро вернусь. А, я жестокий, да. Бывает. Что-то трупов много. Как ты выжила? Типа, всех разорвало на части, а ты такая, я жива, все нормально. А вы кто? Вы сардельки? И вы так людей упаковали жестко. Я никогда не видел, как людей упаковывают. Улитка как сардельки. Ну ладно, окей. Неважно, что я этого не видел никогда. Да, ебать, хватит там бегать, серьезно. Схема. И что это за схема такая? Схема огнемет. А я хотел огнемет. А сколько стоит огнемет? Я помню, я говорил об огнемете. Блин, женщину все равно жалко. То бишь, я, конечно, пошутил, но она умерла именно в тот момент, когда я пришел. Огнемет. 11 тысяч стоит. Ну, наверное, на него фиг найдешь патроны, поэтому париться не стоит. Да уж, нафига я поднимал предметы, я могу спокойно его толкать. А, все, пока не подниму, толкнуть не смогу. А, ну короче, не все объекты могу быстро толкать. Что за прикол откроется? Я же в Д. Да ебать. На нас напали. Кендра исчезла, только что была рядом. Не могу поверить, что потерял ее. Но сдаваться рано. Принеси мне Икс капитана, и мы поищем Николь. Экипаж пытался перекрыть вход в реанимационное отделение. Взорви баррикаду, чтобы добраться до морга. Найди на медскладе глицерин. А в 0G терапии возьми электроподушку. Это вниз по коридору. Черт, с такими паниками цель бесполезна. Вот мужик, вот не учили тебя. Когда человек целится, блядь, не говори ничего, особенно с такими резкими выскакиваниями. Вот если бы ты был рядом, я тебя застрелил бы нахрен. Всегда надо взрывчатку поставить. А зачем? Я бы пролез вот тут вот. И, типа, Айзек такой толстый, не пролезет. Тут место просто дохренище, чтобы пролезть. Айзек, пролезай давай. Там даже я бы не застрял. Хотя он, наверное, боится застрять. Ты бы застрянешь, а потом кто-то сзади подойдет и все так скажет. Братик, ты так удобно застрял. Блин, я люблю сохранение, надо бы еще раз сохраниться.
Итак, открываем. Вот что такое. Плазменная энергия. Новая плазменная энергия или старая? Эти штуки я не могу открыть, или мне обязательно их надо ломать? Потому что мне персонаж же не может присесть и... А, подождите, я могу сделать вот так вот. О, во, все. Плазменная энергия еще. Нормально? Это я открыть не могу уже, да? Да, красная не открывается. Почему хрен знает? 100% у тебя будет много врагов, и я этого не хочу видеть. Люблю много врагов. Люблю мало врагов. Когда ты по ним стреляешь, это весело. Посмотрите, туда надо идти, но при этом я могу пойти туда вот. Ой, да нет, там кого-то об стенку бьют, я не хочу туда идти, потом туда сходим. Да, там мне интересно, там реально кого-то об стенку бьют. Это не самая интересная вещь. Блин, а тут была кровавая вечеринка. Блять, гребаный... Все оружие может стрелять как в основном, так и в альтернативном режиме. Ну, серьезно, так удобнее. А раньше об этом сказать нет? Да уж, да уж. Как-то мне немного не по себе от того, что у меня всего один пистолет. Хотя и улучшился. Смотрите, они их изучали. Я знал, что тут какая-то жопа происходит, как обычно, блин. Людям же делать нечего. Давайте поизучаем монстров. Серьезно, посмотрите, блин. Это такие... А где вы таких толстых нашли? Я таких еще не видел. Это типа новые толстячки будут? Блин, я не хочу толстячков. По-любому их хрен остановишь. Это звуки. Обнаружена опасная аномалия. Активирован режим карантина. Да блять. Какая-то нахуй аномалия? Это ребята с когтями. Вот если бы это была аномалия, я бы еще понял, блин, поиграл в Сталкер. Ребят с когтями бегают, убивают всех. О! Уйди нахуй! Козел, он в упор появился. Не хочу хп тратить на тебя. И что где-то есть? Твари! Где ты? О, она внизу ползает. Сучка! Давай ползать! Давай сюда наверх иди. А, я могу вниз ему спуститься. А нафига мне это? Так удобнее. И париться не надо. Сколько мне потом осталось? До хера. Погнали вниз. Нормально у вас тут такие опасные аномалии. Режим карантина. Давайте, блядь, вырубим свет. Охуенный карантин. Да, блядь. Да, блядь! Да, блядь! Идите в пизду! Карантин снят. Управление невозможно, я же говорю. Внял моим уговором и показал записи с колонии. То, что я увидел,
было восхитительно. Потрясающе. Шахтеры превращались во что-то невероятное. Я должен узнать больше. Ученый во мне желает открыть этот секрет. Хотя верующий стремится целиком отдаться этому чуду. Мне нужен для исследования один из этих некроморфов. Я должен увидеть все стадии развития ведьмина. Возможно, этот пациент из колонии... Я ж говорил, тут есть какой-нибудь доктор, который с ума сошел. Вот, блядь, инфосотка же. Такие мудаки должны быть всегда. Типа, особенно в таких играх. Надо хилку использовать, только маленькую. Ну вот так вот, нормальненько. Тут есть сохранение даже. О! Все обыскиваем. Мы так просто не уйдем. Сначала все обыщем. Да не задолбали, блин, выходит на тебя толпой. У тебя ссаный пистолетик, потому что другого оружия не дают, блин, военным. С этим пистолетиком должен кого-то убивать, а ты никого не можешь убить. Денег много дают, трон дофига дают. Мне кажется, будет какой-то босс. Типа... По идее, можно поднимать вещи и кидать в них, но я не могу это проверить, да. С удовольствием бы это проверил, но я что-то не могу это сделать. Мне нравится игра, на самом деле офигенная игра. Прям на эмоции проживают, это прям классно. Обожаю эмоции. Тут реально башкой кого-то бьет об стенку. Бога ради, что там происходит? Да не волнуйтесь вы так, доктор Кейн. Все образуется. Мне так не кажется. Стоит предположить, что источником проблем в колонии был обелиск. Вы можете предполагать все, что угодно, но не я. Обелиск — великая святыня, и вы это знаете. Пути Господни неисповедимы. Ладно, завтра он будет у нас на борту, и можете исследовать его сколько угодно. Капитан, внизу гибнут люди. Они убивают друг друга. Это что, и есть та трансформация, о которой говорит юнитология? Доктор Терренс... Чем серьезнее ставки, тем больше риск. А сейчас они высоки, как никогда. Это меня и беспокоит. Не, ты плохой человек, ты мне не нравишься. Вот я же говорил, всегда будет такой вот злой дядька-мудак. Вот он обязательно должен был появиться, этот злой дядька-мудак. Потому что, ну как бы... Хуличите автотурели, почему у вас есть режим карантина, который запирает все двери, есть толстые мутанты, а нет турель, которых поубивают. А, да, точно, это же новый виток эволюции. Тиктокеры. А, ладно, ребята, это мы заканчиваем. Да, я тут сохраню сейчас и все. И дальше мы уже взорвем с вами двери, увидим мертвого капитана и будем радоваться. Всем огромное спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, рассказать о видео своим друзьям. Всем удачи и до скорых встреч. Всем пока.